хорошо в плане того, что добились положительного результата. Были моменты очень хорошие. Касается первого тайма, ребят настраивали на такую игру, что, знаете, у нас уже это третья игра за неделю, то есть она была небольшая выхолощенность. Но вышли все как бы собранные, что доказало в первом тайме, забили три мяча. Что касается второго тайма, не хватило, наверное, в первую очередь, то есть, опять же, завершающей стадии, где нам могли много моментов создавали, но не реализовали эти моменты. Ну, это все коротко. Ну, если касается Лёши, он получил травму. Если вы с Гродом наблюдали игру, мы уже практически в десятером доигрывали, потому что Лёша там на фланге просто как бы исполнял роль, наверное, просто как бы футболист, даже который не мог ни ускориться, ничего сделать. Концевого поменяли в перерыве, отдохнуть дали? Да, у Артёма тоже, да, кстати, хотел сказать по Артёму в этом плане, что молодец, наконец-то забил. У него было тоже такое как бы небольшое давление на него, что он никак не мог, переживал за этого, что не мог забить гол. Ну, сейчас забил два, то есть из-за этого, конечно, дали ему отдохнуть, он сыграл тоже две игры, то есть есть было небольшое микроповреждение, мы не хотели усугублять. Ну, цели они всегда у «Динамо» одни, да, выигрывать в каждом матче. Естественно, это классика, я думаю, что если будет Борисов приедет народ, как всегда, я думаю, будет приятно. Всегда приходят эти матчи очень интересно и напряженно. Любой соперник, который там находится не то, что там ниже, наверное, половинки в турнирной таблице, в любом случае на «Динамо» все настраиваются. И подтверждение тому игра со Славией нашей и с Белшины, где мы не добрали, наверное, очков. То есть приходилось все равно ребят настраивать. Плюс ко всему я добавил то, что игра уже третья за неделю была. Ну, как бы не сказать, что он создал какие-то проблемы. Единственное, что мы, наверное, не играли давно. То есть там газон то неплохое качество, так как ребята сказали. Единственное, что если бы можно было, конечно, поливать для того, чтобы мяч ходил еще быстрее, в некоторых моментах мяч поджевывал. То есть вот в этих моментах, наверное, можно сказать только.